Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, сегодня мы поиграем в игру, которая называется «Поймай курицу». Давненько я в нее играл, ребята. Потом забросил, забыл, сейчас что-то глянул, вспомнил и захотелось мне поиграть. Тем более здесь, ребята, новое обновление — «Эра драконов». Так, ну что же, поехали. Я на 11 уровне. Так, что у меня тут по картам? А, я могу нашего... Ребят, вот это... Вы посмотрите внимательно, да? Он лучник, у него должна быть твердая рука. Его трясет, как будто он, извините, без похмелюги вышел на охоту. Ладно, бухарик, держи. Я еще удивляюсь, как он тут вообще у нас справляется. Вот, кстати, и драконы. Вот, ребята, вот драконы, которые тут у нас появились. Тут еще скоро появятся новые. В общем, все нормуль. Так что, я думаю, нам пора поиграть. Так, открыть. Что нам достанется? Так, 20 голды. Так, Пузи обыкновенный, 5 карточек. И Дедок. Так, почти ничтожный Джоу. Вау, глупый Орок. Редкая карта. Ребята, когда редкую карту я получаю, мне прям счастье овладевает мной, потому что это супер. Видите, у меня есть эпик, редкая карта. И я думаю, что мы уберем, пожалуй, с вами вот этого вот Ахламона, да? Хотя, подожди, ребята, у нас... Орок. Во-первых, надо карты в наличии. Так, давай посмотрим, кто ты. Так, я так думаю, что это, ребята, у нас идет как танкуля. Что у тебя? Так, мини-убийца. Плюс 30% повреждения против маленьких героев. Палач иногда сразу победит героев с меньше, чем 30% здоровья. Слушайте, по идее, это у нас как борец, да? Борец. А ты у меня кто? Ты у меня борец. Вот его убираем и ставим вот так вот. Все. У меня будет колода состоять скоро из одних эпиков и редких карт. Ну, а мы с вами... Есть, нет, какая, блин, арена. Вот, 11 уровень у нас. Так, а что тут у нас, два свиточка каких-то? Зайди, присоедини свой аккаунт к Фейсбуку. Давно уже это все сделано. Что вы мне тут втираете? Попробуйте нашу новую игру — Слайдер Герои? Да? Обязательно глянем Слайдер Герои. Может быть, даже сейчас глянем. Так, ребят, ну что, я глянул, что это за Слайдер Герои. Это практически такая же игра, только немножко как-то графика немного по-другому сделана. В общем, это не суть. А мы с вами идем на 11 уровень. Фух, бой! Так, портал Орды у нас до сих пор еще у всех по первому уровню. Так, давайте смотреть. Да-да-да-да-да-да-да-да-да, конечно. Ну-ка, давай, шаман. Ты-дыщ! Что-то не пробивает мой шаман. Ну-ка, ох, какой, ох, здоровый, ох, как он, ребята, колбасит. Ну-ка, давайте посмотрим кузнеца, я давно хотел посмотреть, что он делает. Я его как получил, так еще и не испробовал. Идет, конечно, очень-очень медленно, но уверенно, он уверен в своей победе, я чувствую. Так, давай еще одного шамана вызовем. Слушайте, ребят, по-моему, тут победа за нами. Да, видели, кузнец просто подошел без разговоров. Один раз дубинка своей звезданул, и все, и база как не бывало. Так, 20 опыта. Дедок Аркинсон. Я бы назвал бы по-другому немножко. Дедок Паркинсона, ё-моё. Кажется, у волшебника есть работа для тебя. Ну-ка, что-то там. Каждый день будут появляться 3 квеста. Выполняй задания, чтобы заработать на прокачку своих героев. Да? Ежедневные квесты. Хорошо, используй любое волшебство, выиграй битву с 3 редких героев командами и выиграй битву на арене. Понятно. У нас 12 уровень, ребята. О-о, тоже шаман у него есть. Так, уже левел 2, я смотрю, идет у нас здесь, да? Хм. Ладно, давай посмотрю, кто кого. Кузнец, вперед! Вперед, мой родной! Так, надо тоже шамана звать. Ой, мой кузнец, ребята. Ты посмотри, что он делает. Мой кузнец выдерживает эту атаку, ребят. Просто выдерживает. Причем в легкую. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Подбили, блин. Ну, кузнец меня радует, ребята. Очень радует. Что это за улитка на нем? Что? А, замедлили меня.
Вот оно что, да? Ладушки, пропишите им хорошенько люлей. Люлей, звездюлей им всем бесплатно. За счет заведения, за счет Рэя, ё-моё. Ну, ну давай базу там нахлобучивайте уже. Что там тюлюнкаться-то? Есть, отлично, ребята. Отличненько. Дайте что-нибудь хорошее, дайте хорошее, пожалуйста, 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 пожалуйста. Ну, нет, мне дают эту, блин, молнию, молниеносная молния, офигеть, туфтология. Так, что здесь у нас? Ой, это что у нас тут за пивной чувачок появился? Так, опять уровень 1. Пивной чувак бежит какой-то. Я думаю, далеко-то он не убежит. Да, хорошо, давай, против моего кузнеца потянешь? Блин, шаман, давай тоже шамана вызовем. Так, хорошо, пока идет хорошо, ребята, все на мази. Так, вояка побежал. Давай, дед Паркинсон, выходи. Нормуль, пока... Оп! Так, 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 давай вот этого вот орка вызовем. С базукой. Базука в виде бочки заштопанной. Слушайте, ребята, ну это вообще, вот кузнец это просто нечто. И, во-первых, его не пробить. Я не знаю, есть ли тут легендарные карты. Но если она есть, то это просто жесть будет. Вы видели, да? Эпик, эпик кузнец разбирает тут всех. Его не подбить так легко, как они думали. Ух, 14 уровень, ребята. О, это что такое за новый удар? Не нравится мне вот эта вот фигня. Какая-то магия. Так, давай-ка мы Кузю нашего вызовем для начала. Слушай, вот эти роботы мне тоже не нравятся. Так, давай, Паркинсон. Трясется. Ручки трясутся. Оу, ну я в принципе так и думал, ребят, что это будет какая-то офигенная магия. Дед, иди отсюда. Ручки на живот сложил и все. Тинч. Так, давай-ка, наверное, призовем базуку. Да кто же нас замедляет-то так, я не могу понять. От кого мы получаем замедление? Ну все, базу, в принципе, ребята, мы сейчас разбомбим. Никудышная база. Победа за нами. И получаем... Ну дайте карту хоть... Пузи, блин, нафиг мне этот Пузи, он мне не нравится, он лашпен. Вы открыли кланы, завоюйте мир вместе с другими призывателями. О, вот это хорошо, ребята, вот это хорошо. Вы можете создать клан или присоединиться к существующему. А, так, украинский, так, крипто... А, я так понимаю, русского здесь нету. А, ну так пора сделать, ребята, пора сделать русский клан. Легионер. Вот так, надеюсь, не занято. О, отлично, ребята. Кто видел, тот может присоединяться. Я буду всех рад видеть. Тем более, раз уж мы начали играть в нее, так что все на мази. Ну что же, давайте... как мне? Вот так вот забыл. Все, ребят, 15-й уровень у нас. И что здесь? Кузи. Против нас какой-то Кузи 2-го уровня воюет. Ну что ж, давай Кузи-пузи. Сейчас мы... О, у него тоже кузнец, ребята, у него тоже кузнец. Щетас. What the fuck, а? Ну? Ядрёна батона. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ой-яй-яй-яй-яй, мне не нравится такой подход, ребята. Тыч. Блин, да как же так, ребят, тут посмотри. Фу, Кузя, молодец. Блин, нифига он отбивает. Отбивные просто делает с нас. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Давай-давай-давай, надо кузнеца этого пробивать, ребята. Это очень жестко. Нифига мы приплыли, да? Где мой базучик? Мне нужен базучик мой. Есть! Во! Кузнец потерялся, бедный, упал. Ну, все шансы есть, ребята, на победу. Он еще вызвал одного. Ладно, мы тоже вызовем. Вот хорошо, ребята, что у меня сзади стоят лучники. Это такое неплохое подспорье. Так, давай еще шамана вызовем. Потому что он до лучников дойти не может. Мои кузнецы, как видите, тут орудуют. И мне вот нужен, да-да-да, именно... Ах ты, что же он сделал? Ирод.
Ну, орк, ну давай быстрее. Ну что ты как штаны наложил, елки-палки, там в рваных своих подштопанных ритузах идешь, блин. Слушайте, а это что, реальный игрок, что ли? Серьезно? Он, смотрите, может как-то с нами общаться? Да, серьезно, серьезно, я тебе навалял, ё-моё, вот что я тебе скажу. Опять пузи обыкновенный. О, новый, электропопка. Электропопка. Ух ты, классно. Что классно-то? Что классно? Электро... А, что такое? Получить, давай, 50 гемов. Это не бывает. Просто так на дороге не валяется. Так, ребята, у нас тут... Мне нужно карты, карты, карты в наличии. Где? Вот, давай. Пузи, немножко тебя улучшим. Пузи, волосы на пузи, давай. С дубинкой, с такой, блин. Это сколько нужно, ребята? Это мне нужно до 40 его прокачать, чтобы он потом получил следующую звезду. Это охренеть как долго. Но, тем не менее, это, ребята, увлекательно. Увлекательно просто-напросто. Так, что за попка? Редкий, ребята, редкий. Надо брать. Надо брать. Он стоит 6 маны, блин. Давай вот сюда его возьмем. Посмотрим, по крайней мере, что это за такой электропопкин. Ребят, 16-я миссия, погнали! Так, кактус, тут ведьма какая-то. И опять тут, блин... Ах, кузнец. Всегда начинаем с кузнецов. Хорошо, что он у меня есть, я не знаю, как, ребята, кто бы мог вообще против него... О-о-о-о, это что? Что это за бабка такая? Вперед в атаку! Что такое случилось? Ну-ка! Что делает электропопка? Электропопка бомбит! Эй! Хорош теснить моего кузю. Что это с бабкой случилось? Я не понял, что с бабкой случилось. Она улетела куда-то, ребята. Ладно, давай. Давай шабала вызывать. Вперед в атаку. Опять бабка бежит. Ну-ка, дай-ка. Слушайте, а вот этот вот лазерный чувачок, электропопка. А мне нравится. Мне нравится этот чувачок. Давайте еще одного вызовем. Бабка, иди отсюда, ты достал уже тут командовать. Тимс! Понятно, ребятка, она у нее мало хп, она сматывается с поля боя. Так, давай еще одного кузнеца вызовем. Так, ну что, я вам скажу, пока у нас все хорошо, мы прикрыты. Со всех сторон электропопки там атакуют. На, получи. Так, еще одного шамана вызову. Ах ты, молния, молния. Блин, очень много убило у меня юнитов, эта молния противная. Так, иди отсюда, сумасшедший. Даже не прикасайся ко мне. А этот нубасос пока там свой арбалет заправит болтом, пока выстрелит. Ну что ж, ребята, все четко, все хорошо. Мне понравилось. Бои уже не такие, правда, простенькие, но в то же время очень интересные. Так, и мы с вами переходим на 17... Подожди. Че так быстро-то? Дойдем, ребята, до 20-ки, мы получим с вами, наверное, там супер-пупер колоду. Или каких-нибудь новых бойцов. Не знаю, что. О, смотри, ребят. Эй, блин, такой заросший. Привет, а я электропопку вызову нафиг. Электропопка даст вам по попке всем. Что он делает? Что он там пляшет? Не пойму, ребят, что-то не нравится мне. Но он такой замашистый. Эй! Нет, электропопка выжил все-таки. Отлично, это хорошо. Блин, смотри, кузнеца разбирает, как вот этот вот быстро, гад. Очень быстро разбирает его. Упал. Такой чувак, бухарик. Так, дед, не нервируй меня. Так, электропопка. Что-то как-то не задалось, по-моему, да, ребят? Мне нужен кузнец. Да, ребят, мне нужен обязательно кузнец. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, как-то... Ох, вот этот гад мощный, а. Ну, мощный чувак. Прям я не знаю. Давайте тоже вызовем шамана, что ли, я не знаю. А как еще тут быть? Смотри, он, блин, бомбит как. Псих. Он псих, действительно, ребята, он просто псих. Оу. Слушай, да мне не нравится вообще, как тут все у нас идет. Так, молнию, гад, а? Давай, успеешь добежать? Успей добежать! Накумарить их! Конечно, накумарил. Давайте тоже шаманов призывать. Блин, да чё у него там?
Слушай, ребят, по-моему, мы сейчас с вами отгребем люлей. Вот это да! Вот это поиграли! У-ху-ху-ху-ху. И что мне делать? Кузнец! Мне нужен кузнец! Я надеюсь, что кузнец нам тут поможет. Поможет? Ага, поможет, по-моему. Сейчас вот тут быстренько ребята разберут опять. Так. Вот это тот громозека, он вообще кузнеца моего ни во что не ставит. Он его просто разбирает, ребят. Ну-ка. Да. Нифига тут сложнота пошла. Так, проиграл, попробую поменять команду или купить новых героев. Да, понятно. Нифига себе, откуда у него такой чмошник появился? Так, ладно, ребят, я пошел, я буду пробовать. Попытаемся еще разок. Еще разок. Я так просто не знаемся. Что это за фигня? Так, я вызываю кузнеца и... Надо, ребят, сразу же вызывать шаманов. Чтоб шаманы издалека. Вот как он, гад, делал там? А, он же понял я. Знаете, как он сделал? Хитро он там вырвался. Он вызвал этих. Вот, молнию. Молнии, да, ребята. Он значит, за счет молнии подбил всех моих дальников. И мы начали проигрывать из-за этого. Надо будет, наверное, молнию нам тоже взять, чтобы вот этих вот шаманов сразу же раскумаривать. Так, ну-ка давай. Завали, завали этого громозеку. Есть. Так, кузнец не выдержал, да, я вижу. Так, хорошо, 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 хорошо. Пока идет, ребят, хорошо. Опять он вызвал этого дуралея. Просто с удара валит всех, а? Ты посмотри на него. Так, 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 так. Выстоит? Нет, не выстоит. По-моему, тут никто не выдержит, ребята. Не выстоит этого напора. Так, отличненько, хорошо. Есть еще шанс. Блин, жалко, вот у меня нет молнии, ребят. Вот этот шаман действительно напрягает, который вот там стоит вдалеке и бомбит. Серьезно вам говорю. Здесь бы как раз бы действительно молния была бы в самое то. Вот он, смотрите, что делает, а? Он как раз так и делает. Мои замедленные почему-то, непонятно по какой причине, они идут еле-еле. Моего шамана последнего убили, а? Так, Кузя, давай. Вся надежда на Кузю. В общем, ребята, если я сейчас проиграю, я, наверное, в следующем бою возьму... Возьму все-таки молнию. Посмотри, блин, этот шаман хитрожопый. Что там? Метеоритный дождь? А кто это сделал? Откуда, блин, тут метеоритный дождь? Эй! Кто это? Что за фигня? Откуда метеорит? Я не заказывал, честно говорю, ребят. Это... С какого перепуга тут метеоритный дождь вообще делает? Ну? Так. Ага, все, отлично, ребята, есть шанс. Ну-ну-ну, давай, 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 электропопка, выходи. Фак. Хо-хоу. Нормуль сыграно здесь было, как раз на меня сыграло сейчас в данный момент. Е! Разнесли к ядрени фени. Но, согласитесь, довольно хороший-хороший был бой, мне понравился. Пришлось мне, как говорится, понервничать. Фух. Я люблю, когда нервничаешь, начинаешь сразу думать, что-то там обдумывать, какие-то ходы, выходы, как лучше сделать, как что придумать. Так, и тут у нас... Ага, ага, опять эти... Блин, вот мне бы кузнеца бы до второго уровня прокачать. Всего лишь одну карточку нужно, ребят, одну лишь карточку. А где у них там супермагазин по колодам? Они же там где-то показывали. А, ладно, пока обойдемся. Вдруг у нас, ребята, в следующем вот здесь вот выпадет карточка. Поехали, два уровня всего лишь осталось. Так, секунду, кто это такой? Зеленая Гретта. Что она делает? Эльфов-убийца, плюс 30 повреждения против эльфов. Ну, у меня эльфов нет и, как говорится, хорошо. Но вот этот вот громозека меня нервирует, однозубый хрен. И он его всегда первым вызывает, я тогда буду так делать, ребят. И шаман, мне нужен... У него здесь нет шамана, да, по-моему? Нету вроде бы шамана, и это хорошо, это большой плюс для меня, потому что мы вот так вот будем делать. Ай, бежит, 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 это Гретта не добежала. Это хорошо, что она не добежала.
Надо больше дальников, ребята, чтобы мы могли атаковать, наносить побольше урона. Так. Ну-ну-ну-ну, стреляем все, стреляем без остановки. Напитки из черноголовки. Давай, бомби, 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 бомби. Ты дичь. Четко все. Мы просто раздавим массуха, ребята. Да. Но, как видите, все сработало, все отлично. Отлично, мне нравится, ребята. Так, 8 монет, как много. 20 опыта и вредитель Раф. Прям как вредитель Рафаэль. Так, ну что, предпоследняя, ребята, бойня у нас здесь. А вы, кстати, пишите в комментариях, нравится вам эта игра или нет. Ставьте плюсики, вступайте в клан. И все у нас будет замечательно. Это я вам гарантирую. Так, ну что, ребята. Блин, я же хотел дальников ставить, зачем? А, он тоже первого уровня. Ладно, нормуль, нормуль. Все, это пока терпимо. У него здесь шаман есть, ребята, это уже плохо. Вон он, шаман этот. Шаманит уже. Надо тоже как-то побольше шам... Ой, это что, что это за дурило выбежало, ребят? Что это за... Напоминает мне почему-то Дэйва из игры «Растения против зомби». Да-да-да, это, наверное, он и есть. Прибежал, попутал игру. Появился не там, где надо. Так, давай еще одного шамана вызовем. Два шамана, это уже будет сила, ребята. Это уже будет обалденная сила. Посмотрите, опа-на. Ай-яй-яй, а вот то, что Кузя упал, это плохо. Давай, Кузя, выходи. Черт подери. Так, у него тоже, да, вызвался Кузя. Ну-ка, давай посмотрим, чей Кузя будет сильнее. Опять этот Дэйв выбежал, ё-моё, а. С деревянным причем мечом. Он, видимо, откуда-то сбежал. Из дурки, наверное. С деревянным-то мечом бежит, да? Ну, у нас кузнец тоже, правда, с молотом, с таким, знаете. Как будто он его сделал из листов металлических. То есть вот эта вот набалдашка, она не цельная. Так, попка, давай, выходи. Хотя, можешь уже и не выходить. Мы уже и так справились. Замечательно. Так, 8 монет, 20 опыта. И опять вредитель Раф. Ну, все что-то как-то по стандарту. Все одинаково. Ну что, ребята? Ёкла, это кто такой? Уровень 1 из 12. Эльфред, танк. Фракция эльфы. Очень медленная, очень медленная. Нифига у него тут, ребят. Так, что он делает? Атака повредит всех противников вблизи. Понятно, массовая, значит. Неостановимый дает устойчивость от отбрашивания, оглушения и замедления. Офигеть. Офигеть, тушки. Кто вот это такой-то? Малобюджетный Тони. Ну, я и вижу, ребята, что действительно малобюджетный. А что у него такое? Смотрите-ка. 30% повреждений против орды. Нифига себе. Он силен против орков, оказывается. А это кто? Это у нас Бальбоа Попка. Механический робот-боксер. Ладно, ребят. Фух, я надеюсь, моя команда все-таки сможет здесь победить. У него третий уровень уже. Опупеть. Так, давай, Кузя пошел. Смотрите, он медленный, да, он медленный. Это, с одной стороны, ребята, очень хорошо. Вызываем шамана. Этого старика мы сносим. Нечего ему тут делать. Так, ага, сносим. Какого он? Он как 10 уровня? Да ладно вам, откуда у них? Что-то, по-моему, ребят, мы тут, наверное, встрянем с вами. Бубух, нифига он там колбасит, этот голем. Да, он медленный, конечно, но... Ты смотри. Жесть какая-то. Мои эти попки там, херопки, что там бомбят, ему пофиг, абсолютно. Вообще по барабану. Ну-ну-ну-ну, отлично, подбили. Подбили. Так, бюджетный Тони, вали отсюда, не подходи ко мне. Ты мне не нравишься. Так, еще одного вызвал, да? Еще одного этого голема он вызвал. Короче, ребята, против него эффективны именно атаки дальние. Именно дальние атаки. Так же, как и против Дэйва, вот этого Тони бюджетного. Вообще против всех. Ну, есть. Круто. Ну что, орк, сейчас ты допляшешься. Ах ты допляшешься. Ах ты малявка, это он мне орет, вы представляете? Он орет, ах ты малявка. Пальчик в рот. Отдыхает, ядрена вошь. Ну, ребята, вот наш сундук. 34 голды, 20 опыта, понятно. Пузи обыкновенный, ну почему пузи? О,
Ох ты, розовое поле, эпичная, эпичная карта. Так, ну что ж, давайте, наверное, что это такое? Ну не смотри на меня, давай вперед. Слови курицу. Да, конечно, словлю, елки-палки, куда она от меня денется? Ох ты, еще получаю, о, 143 голды. Опять пузи, блин, обыкновенный. Так, молниеносная буря. И дедок Аркинсон. Так, глупый орок. И электропопка. Замечательно, ребята, просто шик и блеск. Ты открыл новую главу. Два, можно разблокировать. Ого, это кто такой? Погоди. А, ну я разблокировал, да? Все, все, я понял, ребята. Так, дайте ко мне улучшить карты. Так, электропопка. Атака на плюс 9 увеличится. Естественно, я это сделаю, ребят, с удовольствием, с огромным удовольствием. И еще на 9. Так, это получается 42, да, будет атаки? Так, 42 атаки, ух, а что у него такое? Так, живучая бомба после смерти взрывается и повреждает все вблизи. Ого, вот это уже круть, это круть, ребята. Класс дикая карта, пиковая. Хм. Ладушки. Так, следующий у нас идет на улучшение. Это, подожди, дайте посмотреть, кто такой розовое поле. Так, класс стрелок, гномы фракция. Атака 931, атака, ничего себе. Скорость атаки очень медленная и скорость движения очень медленная. Всегда целится в самого дальнейшего противника. Круто. Ребята, то есть он будет уничтожать стрелков. Хм, стоит, я думаю, взять. Ну нифига, атака 931. Да, я возьму, пожалуй, поле, только вот вместо кого мне его взять? Вот в чем вся проблема. Вместо глупого орога. Нет, вместо деда. Блин, вместо деда. Дед 2 стоит мана, а этот 8. Давай вместо попки. Нет, попка тоже хороша, потому что он будет бомбить. Он же, когда умирает, он взрывается, ребят. Я не знаю, блин, ну поле тоже нужен же. Давай вот так вот, короче, сделаем. Я беру и ставлю вот сюда. Все, была не была, как говорится. Все. И не уговаривайте меня. Ну, проиграю, ребят. Поменяю обратно. Так, давай этих своих чувачков улучшим. Так, Пузи. Так, Пузи улучшен. И Рога. Ну, нифига, у него атака на 120 повышается. Это неплохо. Отлично, я рад, ребята, я рад, карты идут, все хорошо у нас, мы развиваемся, все, как говорится, на мази. Ну, а на этом, пожалуй, мы с вами будем завершать этот видосик, всем большое спасибо за просмотр. Я надеюсь, вам понравилось, если что, пишите в комментариях, ставим лайк и продолжаем в нее играть. Так что, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков, ребята.